всем привет, и вот я снова в Брэйлис Гараж, и Ярик тем временем тут уже что-то хуячит. Ты что тут делаешь, перец? Хочу солнышки поменять. Солнышки? Также у нас в упорной вилке кулисы умерли кулочки. Вот что от них осталось. Совсем печалька. Но благо один наш хороший товарищ предоставил нам вот такие вот модные полиуретановые. Соответственно, мы их уже запрессовали. Новенькие, красивенькие. Сейчас он поменяет. Что ты там меняешь-то, сальник? Сальник штока выбора передач. Сейчас он поменяет. И далее будет установка на место этой самой вилки. Ну что тут еще из нового? Телек тут подрезан, уже попилен. Кулеры перенесены. Установлен насос, тот самый нигерский. Наконец-то приехала электропомпа для переноса Радика в багаж. Ник. Вон Ярик тут постарался, сварил жесткий такой модный крепеж для насоса. Ну, в основном проделана всякая мелочушка в плане там сальничков, пыльничков, жопничков. Интересно тебе тут ебаться? Очень. Я всегда мечтал об этом. А что тут очень удобно менять сальник? Выбор передач. Просто обоссаться можно отчасти. А в чем неудобство? В том, что он стоит в глубине корпуса, глубоко, сантиметра на два. Достать его будет крайне сложно. Какие у тебя на этот счет есть планы? Нужно поебаться. Еще мы в прошлой серии не стали вам показывать вот этот вот жескач, который произошел у нас с турбиной. Но тут, в принципе, видно, что крыльчатки горячей пришла какая-то беда. Скорее всего, это куски коллектора, отлетевшие как раз. Ну, так получилось то, что... Вот. Вот, собственно, так и получилось. Спасибо, опять же, Егорке из Форвард-Авто. Егор, приветики. Будем надеяться, что с этой турбой такого не произойдет. Сейчас к нам еще заедет Феликс. Мы тут приготовили ему небольшую посылочку с собой для его бэшки. Уже затянутый, как вы видели. А тем временем мы готовимся к сезону и на улице. Та-дам! Пора жиги заводить. Вот это мне нравится. Никогда, запомните, никогда нельзя шутить с механиком в латексных перчатках. И все это ради... Ну, в принципе, сильно рассказывать нам в этой части нечего. Тут вот у меня немножко сломано крыло после одного инцидента в Рязани. Поэтому, пожалуй, я отвезу его на ремонт. И заодно сделаем вот эти вот боковиночки более интересные. Вон тут было легкое касание с бетоном. Сейчас мы вырежем небольшой макетик и отдадим в работу. But I'm talking about now. Now all I can see is chaos and confusion and panic.